Кубок Брянской области по спортивной ловле проводится с 2014 года. В этот раз призы предоставило и правительство Брянской области. Самое главное богатство нашей Брянской области – это люди. Поэтому огромное спасибо всем тем, кто сегодня собрался здесь, кто занимается любым спортом, всем мира, добра и всего-всего самого-самого наилучшего. С праздником! Инициатором состязаний стал депутат Государственной Думы Николай Валуев. Я понимаю, что спортсмены, любители, дети, которые пришли сегодня здесь сразиться на льду в этой бескомпромиссной борьбе, уже не первый день, наверное, ловят рыбку. И своего пескаря поймали явно не вчера. Но самое главное, я считаю, создать атмосферу праздника для всех вас. Спортсмены ушли соревноваться ранним утром. Любителей пустили на лед позже, но приступили они с таким же азартом и задором. Я всю жизнь занимаюсь рыбалкой. Вот сколько себя помню, как меня приучили вот на этом озере старшие ребята ловить рыбу. Я всю жизнь занимаюсь рыбалкой. И это для меня самое лучшее занятие в мире. На состязание пришли и семейные пары. Павел Солдаткин с рыбалкой знаком с детства, а вот его жена совсем недавно в это втянулась. Вы знаете, я сначала не хотела вообще, я не понимала, как можно сидеть, ждать, чего-то ждать, чтобы она поймалась. Я этого вообще не понимала ничего. Но после поездки в Астрахань мне очень понравилось, я теперь с мужем постоянно. Дети рыбачат наравне со взрослыми. Кто-то вытягивает одну рыбу за другой, некоторым везет меньше, но никто сдаваться не намерен. Пока одни ловят рыбу, другие соревнуются в тягании гири, танцуют и водят хороводы. Сегодня огромное количество в Белых берегах народу пришло. И самое главное, что никто не расходится, потому что мы сумели создать атмосферу праздника, атмосферу спорта, здорового образа жизни и рыбалки. В конце праздника подведение итогов. В командном зачете все призовые места взяли спортсмены из Орла. Главный приз, Кубок Брянской области, в личном зачете взял брянец Олег Лифанов. Не остались без подарков и юные рыболовы. Следующий турнир будет в мае. Можно начинать готовить снасти. Игорь Умаров, Андрей Мазунин, события «Белые берега».